Значит, я пока для разогрева, Мишка, спел на чекистскую тематику песню, а я расскажу забавный анекдот. Я не служил в ФСБ, последнее место службы называлось МБРФ Российской Федерации, Министерство госбезопасности. И в это время я уже был уволился в 92-й год и создал фирму акционерное общество служб безопасности. Полностью комплектовал служб безопасности, у меня была своя, значит, и лицензию надо проходить, получать на оружие, там, на вождение автомобиля. Я пошел в поликлинику, 9-ю парковую, по старинке, и там мне выдали документ, и в спешке написали, так и написали, где написано место рождения МБРФ. Так он лежит, как память у меня всех пары. Это надо было предъявлять куда-то там, в разрешительный отдел чего-то. Но я не предъявлял, но тогда это было долго. Денег вооружились только как мог, и ничего, тогда по тем временам, в 92-м году это все проскочило. А так я вот, как и Миша, горжусь службой, и это КГБ СССР сделал из меня того, что, что есть. Я бы никогда не увидел такого изнутри нашу страну и снаружи, не разглядел бы, если бы в это спецподразделение служил. Я в Афганистан бы и не попал, и не служил бы там 5 лет, и диверсионной разведки вымпел. Очень благодарен этой конторе глубокого бурения. Когда он спрашивает, вы откуда, ребята? Да, мы, говорят, геологи из конторы глубокого бурения, КГБ. Я спою с песни, которые пели да-да-да в КГБ, значит, разные песни. Но это старая очень песня. Мы идем тропинкой очень узкой, и, наверное, ищет нас десант. Нас ведет наполовину русский сэр Антони Белый иммигрант. На тропинке нашей темной узкой КГБ вовек нас не сыскать. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Бедный твой мать. Там вдали за синей горою есть огромная страна США. Мы туда вернемся, как герои, вот только бы добраться нам туда. И будем пить вино из чарок узких и красивых женщин обнимать. Эй, сэр Антонио, как там по-русски? Раз, два, три, пять. Папа отдал Джонни 2 миллиона, чтобы тот спокойно мог жить себе в Чикаго. Спи, папуля, мальчики-шпионы Пентагон сумеют защитить. Ну так что ж, покажем этим русским, будут знать, как фермы разорять. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Джерри продал ферму в Алабаме, записался членом ФБР, карандаша паскуде не хватило, и сказал своей старушке-маме: мигом я сгоняю в СССР. Ни один гектар по порщу кукурузки, вот буду знать, как штаты обгонять. Эй, сэр Антоня, как это по-русски? Бедный мой мать. Ночь тиха, шумит тайга тревожно, с вертолетов высажен десант. По тропинке нашей осторожно, очень осторожно, нас ведет Антоний, иммигрант. Он предаст нас, этот полурусский, ведь сдаст паскуда не за понюшку табаку. Эй, сэр Антоний, как там по-русски? How do you do? Это песня такая. Вот, как вовремя. Миш, давай. Ну давай. Удивительный концерт. Что, песня надо? Ну, не, не надо. Ну что, мы в этом уже не взяли, да? Вот сейчас могу. А то. Ладно. Награды тебе. Здоровья, удачи. Рад всех вас видеть, друзья. За вас.
На встречу. Пусть не последнее, да. Здоровья всем, удачи. Но это потом еще в конце мы повторим. За здоровье всех присутствующих. Песня посерьезнее, она, я услышал, когда еще в 70-м году, когда поступил, вышли куда-то нормальную школу КГБ СССР, там пели все. Да, кстати, про КГБ. Забавный случай. Значит, 20 декабря любого года, любого попавшегося мента, я поздравляю с праздником. День ЧК. Они такие новые, особенно полицейские теперь. Полицейские, милиция. Какое мы тебе, значит, коллеги, какие мы тебе коллеги? Я их кто порыл, спрашиваю. НКВД, как переводится, ребят? Вот писали, когда в 91-99 ЧК, НКВД, там, КГБ, палачи, убийцы, месяц КПСС. Внутренних дел. Под командованием, а министр внутренних дел был Лаврентий Павлович какое-то одно время. Когда я поздравляю их, корю всех почему-то, непонятно почему. Я горжусь, что там НКВД, ЧК, там все это было. Они нет. Они боятся. Перестроились так, что не помнят, откуда они родом вышли. Кстати, когда фильмы показывают зверство, там люди фураж соответствующим, околышком, расстрелы, Катынское дело, да? Кто проводил? Бойцы НКВД. Но теперь все отказываются, а КГБ, вот почему я это говорю, да, немощный стал КГБ, ФСБ, как, потому что у кого сила, у того и власть. Ну, если у нас внутренние войска, все МВД превосходят всю армию по численности, что говорить? А полицейские, я вам доложу, значит, в разведке я служил, есть такое, значит, определение о характере режима в стране. Это очень важно для разведки. Есть такое понятие административно-полицейский режим. Вот где административно-полицейский режим, там в любой разведке, это просто делай, что хочешь. Я в свое время командовал группой, у которой база на Кубе, а наши, так сказать, будущие враги или кто они там, стран контрадорской группы. Административно-полицейский режим, где можно купить все угодно от президента до полиспредиму всего. Пользовалось золотое время. Так вот. А? Да. Это песня посерьезнее. Песня. Написан неизвестный кем очень давно, и, по-моему, она все-таки большому брату посвящается, ГРУ, самой древней разведке, мощной нашей военной. Но мы ее пели на нарах, сидя в этих казармах, в Балашихе. Эти люди военные ходят в форме так редко, в орденах появляются лишь в особые дни, их работу нелегкую называет разведка. И не часто до старости доживают они, их работу нелегкую называют разведка. И не часто до старости доживают они. Эти люди военные любят петь и смеяться, и грустят, как гражданские, а любимой своей только часто приходится им с Москвой расстаться. И все реже случается обнимать сыновей, только часто приходится им с Москвой расставаться. И все реже случается обнимать сыновей. Эти люди военные, каждой славы достоин, и пускай имена их строгой тайне хранят, доказали не раз они, и один в поле воин, доказали не раз они, и не ради наград, доказали не раз они, и один в поле воин, доказали не раз они, и не ради наград. Эти люди военные ходят в форме так редко, в орденах появляются
лишь в особые дни. Их работу нелегкую называют разведка, и нечасто до старости доживают они. Ну вот, это тоже спецслужба, спецподразделение. Это то, о чем Миш Калинкин записал хорошую песню. Пафоса нет никакого там. Это работа, она не пафосная на самом деле. Это просто работа и все. Значит, Юр, я от списка есть, это потом спрошу, да, сначала. Значит, закончим, покончим с чекистами, с НКВДшниками, с гибистами, с моим лицем. Значит, еще одна песня. Но это тоже, вот тут, почему я хочу ее сейчас петь, я пел в прошлый раз, потому что здесь мне передал, через нашего очаровательную Олю, передал Карась. Это Карась, который командовал группой «Гром», штурмовал он там Поличерхи, по-моему, в 79 году. «Гром» — это, помнишь, я говорил, это не операция. «Шторм 333», а «Гром» — это группа, они все разбросаны. Он факел, же командир был, он там упоминает внизу другого командира, Романова. Романов, да, Миша Романов, да? Да. Он умер уже. Он умер вот на следующий день. Ну, не важно, может, если поехали. Хотите слушать, как он поет. Ну, вот это вот такое, это тоже. Это первый главный управление КГБ СССР, управление ИС, нелегальная разведка. Группа «Вымпел». Сейчас активно пройдем. Бой затих у взорванного моста, ГСН растаяло во мгле, зампады нетерпящие удобства помирают на чужой земле. Жаркая нерусская погода застывает на его губах, звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет, и к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет, подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз, скажет: много резал бледнолицы, русских буду резать первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город у Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть вечным памятником станет проходная возле дорни. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дольни. Это дорожный учебный институт. В НИИПО, нам же тут пожарная охрана. И через торпилку Шемина, через бетонный забор, магазин в НИИПО. Всегда было. Не зарастала народная тропа. Так, значит, я просто хочу почитать. Серег Карась, декабрист, мы его зовем, на 179 году штурмовал 20 декабря. Весь объезд Кабул вместе с моими друзьями. Вот на эту песню, это гимн. Вот он через Олю прислал сюда. Сейчас я просто не спою, а трудно петь, прочитаю. Бой затих у взорванного моста полтора десятка лет назад. Как же было отойти непросто от обстрелов, рейдов и засад. Жаркая нерусская погода, мухи, духи и свинцовый зной. Звезды неродного небосвода, БТР, домины под ногой. Ах, как годы пролетели лихо, седина и в профиле анфас. Как живешь, родная Балашиха? Как там ресторанчик «Бычий глаз»? Повзрослели местные мальчишки, как на дачу ездят за кордон. Вряд ли кое из них читают книжки, те, что пишут дяденька шпион.
Глядываюсь я в родные лица, седины ковыль ласкает глаз. Знаешь, друг, давай за бледнолицых, за КОС, за дружбу, за спецназ, за зенит, за гром, омегу вымпел, и Музбату пламенный привет. За нее б еще канистру выпил, если б не проклятый диабет. А в России непманы жируют, а в России бродит папуас, чья сыновья опять воюют, нарушая ельцинский указ. Снова в неизвестность улетают, снова поминальные огни, и кому-то душу разрывают проходные возле дурней. Вот это Климов, он же кличка Карась, по 89-му году. Ну и самая песня такая серьезная из всех, последний контрольщик, про КГБ, про спецслужбы, про всех. Какой безразличной стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон, он Джексон, и он же майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни, он делает бизнес. Он враг коммунизма и, в общем, аскет. Как все за границей, он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет. Как все за границей, он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет. И не за награду, и виллу с оградой, на риск каждым утром тот мистер идет. А где-то в Ростове, а может, в Пскове, а может, на Волге семья его ждет. А где-то в Ростове, а может, в Пскове, а может, на Волге семья его ждет. И может так статься, что им не дождаться, когда он с работы вернется домой, а просто однажды придут к ним и скажут: он, долг выполняя, погиб как герой. А просто однажды придут к ним и скажут: он, долг выполняя, погиб как герой. Какой безразлично стране заграничной, в одной из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Тут, вы, надеюсь, мне позволите, вот наш историограф Юра и кинематографист, и режиссер, который снимает нас с Мишей золотые фильмы, выкладывая их на в интернете, да. Юра Михалков. Нет, просто у него для истории там полноты. А то мы с Калинкиным все пьяные, заикаемся, поем, а нам частота звука. А вот все снимает, переводит пленку. Ну, сейчас постараюсь там. Вот там есть песня, надеюсь, вы разрешите их спеть, они там афганский цикл, так называемый. Последний каскадер, а как продолжение темы. Значит, 1 апреля 83 года на аэродроме в аэропорте Шереметьево пустился последний, самый большой доблестный 4-й каскад. Это группа специального назначения управления нелегальной разведки 1-го главного управления КГБ СССР. И мы ехали, долго-долго ехали. Мы 31-го сели, и от 1-го только нас разрешили нам выгрузиться.
сердце. Вот, а это про последнего каскадера. Называется. Каждый было 4 каскада до этого, после этого была Омега, до этого были выпилы, зениты, выпил не было зениты, факелы. Каждая такая штука называлась так по-бытовому. Залет у нас. Ну, самолеты, поезда не ходят. Вот это последний залет, 4-й. Вот и все, закончилась работа. И по полю взлет, ну, подожди-ка. Да. Снова. Да. Я уже забывать начал. Редко пойду просто. Она была 20-летия, она еще сказала. Вот и все, закончена работа. Идет среди афганских гор. Каскадер 4-го залета. И последний самый каскадер. Каскадер 4-го залета. И последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата. Весь багаж, рюкзак, да и чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Парень из последнего каскада покидает мартовский Афган. Почти у трапа оглянется, остановится и на момент. Отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Отчего-то грустно улыбнется и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, а может, просто до смерти устал. Смотрит он на снежные вершины, средь которых жил и воевал. Смотрит он на горные вершины, средь которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. Он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. И под грозный рев турбин родного ила, боевых традиций не забыв, он с бортехником по кружке шило, без закуски выпьет за отрыв. Он с бортехником по кружке шило, без закуски выпьет за отрыв. И уже под мирный гул мотора, по дороге к дому и весне, будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будут в снах тех рейды и засады, пулемет дрожащий горячо, и блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. И блокпост, где все его ребята живы и не ранены еще. Будут в снах у каскадера горы, весь дым у Хайберский перевал. Не будите люди к каскадеру, он свою войну отвоевал. Не будите люди каскадера, он свою войну отвоевал. Новогодний вальс. Вот я сейчас пою и вспоминаю, почему я не праздную свои юбилейные дни рождения. Потому что с годами понимаешь, что очень все это похоже на похороны. А я за последние 20 лет столько перехоронил родственников и друзей. Не приведи Господь. И скажем, ты знаешь, что каждым годом, извините, от этого укорячит твоя собственная жизнь, потому что эти люди составляют твою историю, твоей жизни. И по частицам они уходят. Когда-нибудь этот большой короб близких друзей опустеет, и тогда край. Поэтому я и отключил телефон, не осетовали, когда у меня день рождения было. Не хочу.
Если говорить, то говорить правду. А вот так, как на похоронах, то хорошо, и море цветов. Или как на свадьбе. Ну, лошадь а любит, что, на крестинах, да? Не был, что ли? На крестинах. Был на крестинах. Ну, то, что... Нет, я не хочу, чтобы меня там хоронили живым. Там. Не встать же там, не сказать ничего. А спой, пожалуйста, сам себе. Или на другой, как лошадь свадебная, да? Весь света хожу по умыльной. Пене там. Вот тоже не интересно. Вот, как-то. А потом, после определенного возраста, считать там все вот эти вот... Ты не прав. Мы тебя поздравляем с днем рождения, дам тебе гусар. Не надо с днем рождения. У меня горлин на летнем манеке. Вот ты не спасибо мне. Не поздравляйте. А то меня последние 30 лет как не поздравили, то 8 месяцев в гипсе, то дом сгорел, то еще чего. Такая вот мистика происходит в жизни. Ладно, пойдем дальше. Тогда. Ярославский гусар, Николай, он знал. А, да, наши гусары все. Но огонь не вальс. Опять побратим, Вадим Урали, его нет. Он погиб 4 года назад в автокатастрофе. Нет, сын его погиб. Внук Вадима погиб, а Вадим был сбит в 83 году. И сгорел живьем. Он был правый летчик с Ми-8, капитан. Обратились. Ну вот, новогодний. А это тогда он был жив. 80... Он называется новогодний, 24-го года войны или... Вот. Я написал новогодний вальс. Ну, в эскадриле праздновали с собой, моим заместителем и со старшиной. Был такой забавный Дед Мороз, Гиви. Я клич Гиви, а на самом деле Володь Соловьев его звали. Он из парашюта сделал себе белую мантию, намотал на башку тюрбан какой-то, повесил только что полученные ботинки летные там на шею, взял такой камультук где-то нашел, кремневый, борду из мочалки и пугался их по ночам там, за спящих всех. Вот фотографии такие остались, в воде был жив. Там тоже было женщина мне густо, по-моему, только продавщица из военторга, звали ее Люда, вот я точно помню. Мы принимать мне ругались, благо она быстро с кем-то ушла куда-то, и мы там продолжим воевать. Вот. Не слышен, не весу, кружится снег над крышей, затяну в облака, полуночный небосвод, звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году? Дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка. Да новые друзья и старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска. Да новые друзья, да старые тревоги, и мины под ногой, и пули у виска. Гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца звезды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца звезды закружил. Плывет, качаясь, вальс над древними горами, не ведая войны, не ведая границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нету в звуках фальши, кончающийся год не зарастет пыльем. Играй, пилот, играй о том, что будет дальше, а мы тебе сейчас
Играй, пилот, играй, про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько отпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я совсем танцевать не услышал мелодию вальса, и сюда загляну на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале большом мы танцуем вдвоем. Скажите мой слов, сам не знаю о чем. Слышен невесом, кружится снег над крышей, натянут облака, полночный свод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и парень его один приходит в Новый год. Так, теперь 15 человек, а потом это, значит, 15 человек. Это моя любимая песня. Да? Там две части, продолжение. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда еще короче, нам топать предстоит почти что в Пакистан. И выйдя на рубеж, к исходу этой ночи налетом захватить с оружием караван. Нам комполка сказал, что будут нам награды и тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал: я верю вам, ребята, но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы, полночи позади, и главное успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. В 90-х годах мы вместе с Кузнецом Серегой написали продолжение песни. Все отслужили, все сделали, то есть слова мои, а музыка его. Как бы продолжение такое получилось, но поток мотив примерно один и тот же, так и правда поют. Закончилась война, да здравствует гражданка, герои всех времен, кого-то назовут. А ты, солдат, опять крути свою баранку и жди, когда опять на бойню призовут. А ты пока, солдат, крути свою баранку и жди, пока опять на бойню прозовут. А те, кто за тебя судили и рядили, кто за твоей спиной разваливал страну, промямлю, там тебя напрасно не добили, так вот тебе приказ на новую войну. И снова, как тогда, полезем мы по скалам, и снова, как тогда, попробуем успеть. А бывший комполка получит генерала, а красный замполит сумеет побелеть. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Ну так, так вот, в общем-то, и происходит уже 20 лет. Так,
Получше что-то, понятно. Так, баллада побратими. Там две, они длинные. Как со временем-то у нас? Ну, надо. Нет, подожди, вот тут... Там это, насчет «Прощайте, горы». «Прощайте, горы» я не пою, потому что такое изуродовали, и главпор постарался. Ансамбль «Халиловский каскад» изуродовал, что я... Я могу, а? Времени много. Времени 40 минут. А, ну «Прощайте, горы», она называлась «Прощание с горами», действительно. Ну, это и авторский вариант буду петь, не такой, который популярно известно там. Подлинными словами. С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим. Под прицельные залпы наветов и лжи мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит однобоко нас кабинетной грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир не пристало добром поминать тебя вроде. Но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. Нам вернуться сюда, может быть, не дано, сколько нас прилегло в этом долгом походе. И дела не доделаны полностью, но мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Трех спиртовую дозу дели на троих, столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, что мы имели, что отдали, надежды наши и печали, как уживутся среди людей. Биографии наши, полдюжины строк, социологи тиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток? Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком, пускай не судит однобоко нас кабинетной грамотей. Пускай не судит однобоко нас кабинетной грамотей. Это у вас ваше решение. Пою другую песню «Востоке», она мне ближе, поскольку главпор у меня похаблен и не там что-нибудь. Спасибо. Нет, просто я действительно тарантовский вариант. Лучше это песня. Спасибо большое. А! О! Промочить глаз. Хорош, точно. Так, это не записывайте, пожалуйста.